у вас сколько слов в камеру скажете для кинопроекта? Очень рады победе. Очень рады победе? Да. А вам в других командах довелось поиграть, нет? Нет! Это как бы ваш старт футбола, да? Угу. Ну и как по-вашему, футбол дает много по сравнению там, с фитнес-клубом, с пробежками, с другими видами досуга? Больше. То есть ощущение команды или что-то еще? Да, естественно. То есть главное это ощущение команды, да? Да. Потому что просто занятия индивидуальные – это не топ. Здесь боевой дух, дух команды. Взаимовыручка, наверное, взаимостраховка. Девушка, вы тоже остановились под камеру. У вас тоже сейчас будут спрашивать. Марго, здесь. Так, Марго, Марго. Так, и вы представьтесь, как вас зовут? Даша. Даша, очень приятно. Марго, поделись впечатлениями от турнира. Турнир для меня вообще это был на самом деле первый турнир. До этого я совершенно не участвовала ни в каких турнирах по футболу. Для меня это было все очень новое. Я очень боялась, то есть это страх, это азарт, ажиотаж вот этих игр. Вот, первая игра прошла для меня очень хорошо, это был мой первый гол, девочки меня поддерживали, меня верили, и их поддержка дала мне на самом деле настрой на будущее. И я знала о том, что мы возьмем этот кубок, то есть как бы даже какие-то соцсети, я обложила все соцсети с самого первого раза о том, что кубок будет наш, и вот сегодня это произошло, как бы кубок действительно наш, как бы главное верить в свою команду, в свою победу. Вот, и все очень классно, спасибо за турнир. Вот, надеемся, что еще будем где-то участвовать в турнирах. Да, я поздравляю, слушай. С вашего позволения, а вот как вам удается одновременно вашей команде играть в двух лигах одновременно? То есть, насколько мне известно, идет этот турнир, еще идет турнир в лиге под названием «Леон», организованный Павлом Николаевичем Сизовым. Вот, собственно, как вам удается совмещать эти два турнира? У вас, насколько понимаю, сегодня тоже игра там в этом турнире, да? Нет, сегодня там нету игры. В предыдущие выходные действительно для нас было очень трудно. Это было три игры. Была ужасная погода, вот, ну, где мы участвуем в Леоне. Вот, совмещать, ну, так скажу, то, что тренировки, в принципе, как бы не отличаются, как для Луча или для Ситунь. Вот, но мы там, конечно, выкладываемся по большей части там, да, мы выкладываемся, потому что там турнир посерьезней, девочки там серьезней, там действительно футболисты, там выгрызают эти мячи из-под себя, как бы, ну, вот так как-то пытаемся совмещать, еще как бы у нас, мы играли в меньшинстве в ту игру, ну, вот будем стараться, будем идти к чему-то вместе. Это прекрасно. А как вообще вы сюда попали, в эту команду? Почему приглашению, объявление, как это было? У нас очень, очень классный президент нашего клуба, это наша Оля, это наш капитан. Лопатина. Лопатина, да, так, Оля. Да, я солидарен с вами, с мнением об этом человеке. Она вот собирала команду до этого, да, у них девочки были тоже так же, да, там бизнес-консалт, кто-то разбежался, кто-то какие-то основные остались. Вот, Ольга также меня пригласила, и вот они с Дмитрием, в принципе, держат всю эту команду. Ну, Оля участвует, пытается нас везде пихнуть, можно так сказать, как бы во всех турнирах поучаствовать, как бы не боится проигрывать, и вот, ну, создает такой боевой дух в нашей команде. Марго, ну, независимо от турнира, я хочу вас пригласить в вашу команду в свой кинопроект под названием «Россия с вами не пропадет», я еще вручу визитку. Ну, а также, ну, вот ваши подруги из других команд, они как-то даже пытаются изобразить что-то типа конкурса красоты. По туге есть, так что позвольте вас туда пригласить. Ну, будем обговаривать, конечно же, с нашим капитаном, с нашими тренерами и так далее. Будет у нас время, конечно, поучаствуем. Вот, все, Марго, вам большое спасибо. Еще раз вас с победой. Спасибо, да.